Игра скоро начнется, а нам показывают, как разминается лучший бомбардир лиги. Скоро узнаем, сможет ли он забить и сегодня. Вилла Парк, настоящий футбольный театр, приютил сегодня моего коллегу Константина Генича, да и меня тоже, Георгия Чернанцева. В Бирмингеме всегда был хороший футбол, и я практически не сомневаюсь, что ребята нас сегодня не разочаруют. Сегодня Астон Вилла встречается с Манчестер Сити. Давайте спросим моего коллегу Константина Генича, что он думает о команде гостей. Да, старт вышел просто замечательный. Я не удивлюсь, сегодня третий победе этой команды. Ведь только... Ну, решай же! Не получилось разбить эту атаку, защитники надежно сыграли. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. И пробил! Эдерсон в игре, но удар не очень опасный. Жезус. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Габриэль Жезус. Рахим Стерлинг. И это удар! Накрывает игрок этот удар. Манчестер Сити получает право на угловой удар. Подали мяч с углового овца. Эмерик Ляпорт. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Жезус. Выбивает мяч игрок. Да! Угловой удар в пользу Манчестер Сити. Очень громко сейчас. Нужно выходить вперед! Бей! Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. И удар! Ух! Счет в матче остался ничейным. Генри Лэнсбери. Скотт Хоган. Аль Мухаммади. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Рахим Стерлинг. Габриэль Жезус. Мяч перешел к другой команде. Вот мяча из боковой. В такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Очередной аут. Рахим Стерлинг. Навес в центр штрафной. Он накручивает соперников одного за другим. Паулу Дибала. Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Закономерный гол, без всякого сомнения. В этом матче они выше на голову и рано или поздно должны были воплотить превосходство в гол. Знаешь, если провести параллели с боксом, то я бы сказал, что они прижали соперника к канатам и обрабатывают его по полной программе. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Есть время и пространство для навеса. Нет, не дошел этот пас до адреса. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Рахим Стерлинг. Пауло Дибала. Жезус. Рахим Стерлинг. Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Менди. Арест напрашивается. Ну вот и все. Отворот показывает арбитр. А нам показывают гол, который вывел команду вперед.
Пауло Дибало. Рахим Стен. Дибало! Гол должен быть! Мяч уходит на угловую. В центр штрафной мяч направлен. Защита первая на мяче. Вынос. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Но вне игры оказывается атакующий игрок. Кевин Де Брюйн. Уходит команда. Ман-Сити ведет в счете после первого тайма. Смотрим, что будет в тайме втором. Терпеливо ждут они своего шанса. Шанс убежать в контратаку есть у команды. И это еще не конец. Может быть, атака еще продолжится. Рахим Стерлинг. Жезус. Габриэль Жезус. Опасно! Хорошо защита играет. Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработала. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Жезус! А, с такой защитой мяч до вратаря может и не дойти. Андре Грин. Хороший первый тайм отправил. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Есть игрок впереди, пройдет передача. Крест тут должен последовать. От души по мячу он приложился. Эдерсон в игре, но удар не очень опасный. Пауло Дибало. Семедо. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Дебрюйне, забивать нужно! Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут, и из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Повтор гола Дебрюйне. Сыграно было действительно здорово. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Конор Хурихейн. Не знаю, как болельщики к этому отнесутся, но озвучить эту новость просто обязан. Лука Модрич переходит в Баварию из мадридского Реала. Да, трансфер наконец-то состоялся, и, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Рахим Стерлинг. Габриэль Жезус. Выбивает мяч игрок. Фоден. Жезус. Самый простой и надежный способ в такой ситуации – просто-напросто выбить мяч и все. Бернардо. Конор Хурихейн. Рахим Стерлинг. Бернардо Силва, бить надо! И что это? Гол!
Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. Откровенно развалилась команда, и на счет им уже, мне кажется, вообще наплевать. Совсем эфирное выражение. Да, тут уже всем все равно. Голом больше, голом меньше, и то-то есть. 6 минут осталось сыграть в втором тайме. Андре Грин. Конор Хурихейн. Пересек мяч боковую линию. Аль-Мухаммади. И подача на дальнюю штангу. Удар головой не точно. Сейчас голкипер пару слов защитникам скажет и продолжит. Джон Стоунс. Бернардо Сильва. Габриэль Жезус. Момент! Забивай! Спасает свою команду от гола этот игрок. Великолепный гол! Еще один великолепный гол, и он подытоживает преимущество одной из команд. Вот молодцы, этот гол никак не меняет установку сил в матче, однако порадовать своих болельщиков команда старается, и спасибо ей за это.